Слушаю. Что, брат, тут? Мир вам, Игнат Тихонович. С миром, брат Вячеслав. Вот такой, я вам сбрасывал ролик по поводу, вот уже неделю с лишним назад вышел ролик. В общем, один человек сидел в тюрьме из Белоруссии. Ну, он там разбирался, видимо, в компьютерах, и его использовали там в тюрьме, там он с электроникой, видимо, обращался, материалами там какие-то. Ну, видимо, в тюрьмах так кого-нибудь выбирают, как писаря там, которые занимаются делами вот этими электронными. Так вот, он с собой вынес в видеоархив, там около 100 гигабайт, пыток, которые происходят в тюрьмах. И сейчас на весь интернет, это вот уже там более 2,5 миллиона просмотров по всему миру. Вот эти ролики были вскрыты, показаны всему миру через там gulag.net, через людей. И вот было интервью у этого человека, у Ксении Собчак, такая там безбожница, взяла интервью у него. И вот я вам сбросил это видео, там все это показано. Там вплоть до того, что пытки такие, что изнасилование людей, при том это делают сами сотрудники в СИН, там палками там или еще с чем-то. Ну, то есть ужасная картина, которая, в принципе, это всем было известно, что она есть такое. Игнат Тихонович, я вот хотел и к вам задать вопрос. Я знаю, что вы сидели, то есть вы прошли там 5 тюрем и в лагере были, лагере смерти. Да. И вы рассказывали, я помню, что когда вы освобождались, вы сразу сказали, что вы будете жаловаться. Да. Передали. Да. Ну и вот такой у меня в связи с этим вопрос. Во-первых, ну несколько вопросов здесь. То, что вот это видео вскрылось, это хорошо или ну это правильно, что это оно вскрыто? Это как поступать в данном случае власти нашей, при том, что это вскрылось? Ну и в-третьих, что делать в таком ситуации, когда ты оказался ну, в таком месте, в принципе, ты можешь, как вот вы оказались тут там не за какое-либо преступление, а вас посадили по политическим и по религиозным мотивам, да. Чтобы не попасть под это дело, чтобы не попасть под такие пытки. И кто попадает под них в основном? Как себя вести? Вот, несколько вопросов. Да, несколько вопросов, их не хватит времени рассказывать. Так, ладно, голос мой слышно? Да, хорошо слышно. Дело в том, что я все это видел, но то, чтобы палками насиловали, такого не слыхал. Там палок-то нет никаких. И поэтому не знаю насчет этого. А остальное это все, что бьют, и бьют крепко. Я могу рассказать несколько случаев. Я не видел, как его били, но я видел, как его забросили в нашу камеру, когда он там что-то говорил. И уже на утро я разговаривал там или с прокурором по надзору, с начальником тюрьмы. Тут дело-то вот, что меня послал Господь не просто туда так, как я первый раз когда был, один, который сразу обыскивает, там щупает, все, нет ли еще у тебя металлического. Вот, и говорили, это, батя, тебе семинария. А когда второй раз-то привезли, то через 6 лет, и он на тот же самый, на той работе, он говорит, во, ну, Лапкин, теперь тебе академия началась. Дело в том, что я многого не знаю, не видел, что в моих документах написано. Если человек склонен к побегу, красная черта на корочке. Поэтому у него наручники не снимать. К ногам приковывают там все, что сделают. Ну и правильно. И вот теперь я тут, конечно, стихотворение одно у меня есть. Я не знаю, здесь оно или нет. А убийство совершилось? Нет? Да, да. Ага. Да, да, да. Вот. И там концовка. Ну-ка давай, прочитай. Так, сейчас прочитаем. Убийство. Может, текст можешь как-то дать, чтобы люди текст читать могли. А будут? Вот. Будут люди текст читать? Будут. Ну то есть... давай. Убийство совершилось и при всех. В змеиной ярости жестоко по-садистски. Расследовать нечего, убийство страшный грех. Но психиатр при нем лукавишная киска. Киска, кошка, да. При нем, потому что его защищала власть, а он изнасиловал и задушил ее. Но когда осудили его, то родители сказали выбросить это, что изнасиловал. Вы, говорит, не знаете наш народ, у нас это нельзя, Чищенко. Она девушка была. Нам жить нельзя будет, будет указывать, вашу дочь изнасиловали. А при чем она? Они ночью приехали и забрали ее.
и они сразу куда-то в Данию или куда переехали. Вот какое дело-то. И дальше его освобождение. Невиновным признали, но потом второй раз посадили. И дальше... Кому кто заплатил без векселей, без подписи, в валюте, в деревянных, и зло лишь разрослось, дави смелей, безумство судей злых и окаянных. Убийцу оправдали по бумажке, по прихоти безбожных психиатров. Да, были б деньги, а уж мы отмажем в прихожей у судейского театра. Бодит, безбожник, крестноид тупой, облизывает злость с ушей кровавых. Средь судей развратителей он свой. Один и тот же бес дает им знание. Как обмануть убитого, замазать. Не веря в душу, душу оправдать. Хохочет демон, прокурор в миазмах. Купюры веером, кому бы взятку дать. Нахмурились, скрывая рук дрожание. Блудливо прячут жадные глаза. Шут, суд, жеребцов в эротике и ржанье. Никто не жмет на совесть тормоза. Убийца раскрылатился в ухмылке. Примеривает нож в руке горилла. В аффект экстаз с любым гвоздем и вилкой. Он хоть сейчас своим бесовским рылом. Оправдан, но добавить здесь постскриптум. Отныне вурдалаку лиходею. Жить только с психиатром, их в одну квартиру. И на судейской дочке закончить эпопею. Для сумасшедших есть в канонах льгота. Всего одна и на одну петлю. Но почему-то редко им на то охота. А значит, шанс нам выжить равен полнулю. Да. Даже ну, не, когда, даже не да, нулю, а полнулю. Да, когда написано было? 15 мая 2002 года. Игнатий Тихонович Лапкин. Вот только что я следил за этим делом. И потом я слышал это какое-то выступление было Рамзана Ахматовича Кадырова. Про него говорил или нет? Мы просто так это не оставим. И не оставили. Он когда-то вышел, что-то какой-то сберкасса или в банке был. И они уже знали, куда ему идти. И одно только место на расстоянии метра, которое с разных сторон наружное наблюдение не захватывали. И убийца на это место встал, его не видно. И как он вышел покурить, его сразу уложили. Пуля за пулей ему в лоб, в сердце. А его хоронят с такими почестями. И вот здесь, который берет, в первую очередь, кто берет интервью? Да, ну, что же вы делаете? Недавно выступление было, какое-то дебаты, ну, недавно, может, уже и давненько, Владимир Вольфович Жириновский. И там остальные это. И он выступает и говорит, какое сейчас безумие, как что делается. А от него, ну, если он как стоит, так с левой стороны, как бы, там много их, и все стоят. Опереться есть на что там как-то, как не стол, а, ну, как стоят в обручах этих-то. Mm-hmm. И там это Собчак. Ее зовут Собачка. И она стала что-то говорить. Он повернулся к ней. Заткнись, дура! Как там поднялась она, как, ну, а там отзывов на это, где-то 480, я их себе скопировал. В пользу ее, не в пользу, а как бы в оправдание, ну, может быть, десяток, все остальные за Жириновского, хоть один заткнул ей глотку, как вечный зов. Она сама о себе говорит, я стерю, стерю. А тебя, говорит, забыла, как забыли, за руки, за ноги пьяные тащили. И как ты там и там-то, и ей там это все пишут где-то. И мне не надо даже говорить об этом. И интервью давать, тем более я не говорю, как одета, как ей напоминает, как она венчалась, в катафалке приехала, как хоронят в гробу. То есть она смеется над всем. И которая оправдывает что-то. Вот в одну квартиру. Вот есть такой суд присяжных, или вот, очень много серий, это 400 с лишним. Ну, как будто бы так. Я смотрю, очень хорошо ставят, как судят человека, что. И дальше судья говорит, пострадавшие. Пострадавшие – это родственники. Пострадавшие – кто убитый? Почему его не спрашивают? Я всегда, все годы говорю, ну, давайте хотя бы мысль, найдем человека, которого убили. Это же очень просто сделать. Родственник и другой, или артиста такого, в его роль, его убили. Он из-за того, с той стороны уже у гроба стоит. И он отмечает, ну, можешь же сделать. Пострадавший, вы как считаете, его можно освободить? Меня убили.
Они пытали. Представь, этого маньяка поймали, он мальчиков в основном. И уводил одного за другим, и не могут поймать. Есть люди, за которыми числится в действительности доказано десятки, а там, может, сотни убитых было. И вот эти, которые ходатайствуют за преступников, ничего не надо. Этих преступников с ними в квартиру в одну. Я считал, было раньше в государствах некоторых, убитого приковывали к убийце, и так он должен был ходить, пить и есть, таща за собой мертвеца. Раньше было так, судья выносит приговор в другом месте и должен сам его исполнить. Вот тогда меньше этого было. А здесь они заступаются. Я в камерах много был. Я говорю, я не знаю, какой знак стоял на моем деле, но он стоял. Потому что, когда они перебирали дела, где-то принимали на перекатах-то, на меня сразу смотрели такими глазами. Так, ты откуда? Так, отойди в сторонку. То есть они боялись даже по ошибке меня захватить, ударить. Я сейчас считаю немецкие правила, которые были. У них, у Гитлера, строжайшие правила. Никакой дедовщины не было. Ну как, Равиль Шамсудинов, там, татарин-то, его сказали, сегодня ночью тебя будем опускать, насиловать. А сколько изнасиловали? И он их расстрелял. 8 или 9. И контрольные выстрелы им сделал. А потом, там еще раненых сколько. Вот какое дело. А у них, у немцев, так, допустим, он сильно разозлился на солдата и говорит, я хочу к тебе прикоснуться, обязан сказать. А тот говорит, не разрешай, все, ударить нельзя. А скажет, ну прикоснись, тогда он бьет его с размаху, прикасается. Вот сколько показывают немцы, немецких изнасиловали, сегодня показывают, 200, что ли, тысяч с лишним. По 100 человек насиловали одну немку в Берлине. Далее, не отрицаю, так, а у немца было, не было нигде. Вот тебе теперь и сравнивай. Так и эти. Я сидел с ними. Я по камерам был. И когда психиатрическая экспертиза была, отсылали в Кемерово. Ну, там называется палата, все двери открыты. В первый день тебе дают, ну, полметра на полметра клееночку. И ты на кровати сидишь, тебе принесут, ты поешь. Я ходил по палатам и как с ними беседовал. Для слова Божия нет уз. Там написано, мне характеристику долго не давали. Неделю выбрасывают, а меня держат неделю за неделей. С Москвы ждали Моисея Ароновича. Понятно? И он, я рассказывал об этом. Дело вот в чем. Как ты ведешь себя, к тебе так относятся. И эти люди, которые сегодня заступаются за преступников, я не говорю ни о казни сначала. Давайте посмотрим, как было раньше. Вот Юстиниан Великий, он причислен к лику святых. И книги правил, его декреталии были... стояли вместе с правилами. Мужеложник. Ну, их садомиты называли скотоложники. Что делают с ними? Ему выжигают железом лоб, шкура до черепа и в подземелье. И он там работает в шахте до поворота, откуда катят вагонетки. И он никогда света больше не увидит. И он святой. А как мы считаем Моисеем закон? Если он сделал, сделать ему то же самое. Как Даниил расправился с двумя, которые хотели праведную Сусанну оклеветать, два прокурора. Он их подставил, развел, спросил, где. Один говорит, под деревом, под тем. А другой, где? Где вы видели ее, что она с чужим юношей совокупляется? Он показал другой конец, и там дуб растет. Вы слышите, они лгут? Обоих казнить. Здесь этого нет. Кто заступается за преступников, лучше всего... их туда и поместить к преступникам. Кто брал интервью? Ее в камеру к ним. Другого не надо ничего. В камеру. И все. И все, она уже не будет там, что попало, молоть. Я был с ними. И вот они сидят двое и разговаривают. Я слышу. Так, тебе что, да за это срама. О, тебя взяли, ты государственную собственность воровал. Магазин оборовал. Ну, а я просто гражданскую. А тот, ты с чистого человека воровал. А этот государство там не убудет. То есть они оправданы. И найти там самого главного преступника нельзя. Журналистка как-то пришла и говорит, ну если у вас тут самый-самый преступник? Есть. Ну она стала с ним разговаривать. И говорит, это правда, что вы мать убили? Правду. Вы самый главный преступник в тюрьме? Нет. Вот со мной сидит еще один. Говорит, он отца и мать убил. И она с ним поговорила. И он говорит, нет. Тут еще один со мной сидел, отца, мать и двух сестер убил. И она, говорит, так и не могла найти, кто бы сказал, что он самый главный преступник. Самые главные преступники – те, кто говорили, что Бога нет,
что вырастили преступников, что не проповедовали. Главное, это учителя и монахи, которые сидели за стенами, и 2 миллиарда выпарилось. А теперь ахай-то охай, это у них порядки лучше наших. Вот как Кади идет по базару, я говорил, там Кади это судья у мусульман. И как он всех их разоблачает и тут же наказывает. Своровал, руку подставляй. Какой рукой воровал? Только 2 раза может сказать воровал. А на 3-й раз уже голова. Брось, на улице лежит, никто рубля не подберет, никто свиток золота не возьмет. Вот как. Значит, здесь сказать, что там сидят невиновные, я ни разу не встретил никого. Моя мама сидела, когда где передачки передают, ну и отошла она на обед. Ну и слышит, как разговаривают. Она говорит, о, бабоньки, как вам тяжело, ваши детки-то ни за что сидят. А мой-то за что? Как за что? Ну, и вы знали, что его посадят? Знала. Я его благословила. Так они на него воззрелись как. Он ведь о Христе говорил. Он это всем рассказывал. Ну и ко мне отношение-то было другое. Но смотреть я смотрел. И вот одного завели, он глаз что-то потерянный. Ворюга такой. Ну и я молиться-то молюсь, а слышать слышу. У меня на 5 раз молитвы были, по часу по 1,5 примерно. Ну, все время молитва, поклоны. И он что-то начал матюгаться, только зашел. Там я слышу, ему говорят, мужик, помело прикуси. А что? У нас батюшка молится за всю тюрьму. И кто идет, сроки меньшие дают им. Он сразу замолк. А дальше началось такое, что 2 солдат взяли, они там дезертировали, их поймали. Но они сидят, у них ничего нету. А он с ними работает и на меня натравливает. А я им майку там, то рубашку, у меня полно всего-то. И они на мою сторону стали слушать. А он закипел и под одеяло спрятался. То есть можно там работать, никому не прикасаясь. В соседней камере у нас сидел посол, кажется, в Йемен. Что он был, не знаю, но звание его было генерал-лейтенант. То ли до работы или где. И повесился. Но повесился или повесился, я не знаю. Ну, кто ходит на суд в Север, Владимир Митрофанович, это во главе директоров и первых секретарей шел, судили когда. Он мне сказал это. Итак, невиновных нет. А если есть, ну, раньше это было, сейчас рассматривают. Сейчас, ну, во всяком случае, я был первый раз арестован в 80-м году. Они рассказывают каждый свою беду. А со мной по-особому. Как-то были, кажется, в Новокузнецке. И там, ну, спать что-то дают, там прям совсем не тряпки какие-то. Матрасов нету. А на чем лежать-то? Плиты-то эти бетонные. И там крошка красная. А сверху клопы падают с потолка. Они ползут, ты падают на тебя. Их не видно. Ты утром встаешь, все у тебя в крови. Ну и при обходе, когда проверяют каждое утро, я возьми, да и скажи. Вот мое дело посмотрел. Так, заберите его отсюда. Разве заберут, но жалуются? Ни один не жалуется. Меня сразу перевели в комнату, где, как называемые, милиционеры, менты. А я и там проповедовать начал. Один лежал, майор, руки так вот закинет за спину и... Так, вот если такая обстановка, вот как вы поступите? Я опять ему отвечаю, о, как у вас продумано, вас ничем не возьмешь. Другой там жена идет к любовнику, я в двери встал, оперся о косяк, не ходи. Она полезла, как дал ножом, сразу завалил ее. А другой вот кто-то не слушался, не садился в машину, в спину выстрелил ему. Ну и они здесь невиновных, вот совсем нет. Я встречал насильники, это страшно. Вот этого Грозовского Глеба взяли по этой статье, там никому ничего не докажешь. Ты взят с педофилией, его насиловать будут. Там что, но никакой палкой. Буквально насильники держат, насилуют. У меня другая статья была, и со мной по-другому обращались. Ко мне прикоснуться боялись. Искали лучшее место мне, где, чтобы воздух был, и кто там пахан по хате, там вор в законе, амбал. И они меня сразу брали под защиту, чтобы ко мне никто не подошел и на кровать, на шконку не сел. И вот я теперь это все прослушал, посмотрел. Подождите, не торопитесь. Что их там мучили по-другому? Это пытали везде, пытки были. Вспомните, как Абакумова, других министров. Министров внутренних дел, когда арестовывали, как пытали. Что испытал Константин Константинович, вы знаете, Рокоссовский. Кто сидел, что с ними делали.
Это все сегодня открывается. Но насилие палками не слыхал. Это что-то новое. И поэтому, кто заступается, нужно сказать так, больше ты работать не будешь там, где работал. С сегодняшнего дня насильно тебя зачисляем работать там, где тебя работает, кто там насильники. Поправься с этой командой. Но они сейчас сумели погасить, как Рамзан Кадыров. Вот он за границей находит таких, кто убивает. Он создал мир в стране. Через него эти валы не идут, которые взрывы в метро делали. Ты главное возьми. Его не будет, обстановка изменится. Он далеко за границей находил тех, кто это делал. Родственников арестовал. Еще один взрыв, и все родственники под нож пойдут. Тайные лагеря у него эти. Камеры, как писали, тайные тюрьмы. И когда из международной кажется, организации, что-то, может, я не совсем так понял, но приехали туда, он их размонтировал куда-то, перевез и все. И так эти люди, которые там работают, они не подчиняются. Они горды башни, делают по-своему. Всякие пакости. Что с ними делать? Он сидит за неоднократное убийство. Ее надо казнить, а меморандум подписан, что не казнить, пожизненное. И которые в Беслане были, только один остался. С ним его не насилуют, он мусульманин. С ним обращается по-человечески. Все воевали, я воевал. Русских убивал и Кадыров. Я говорю, весь народ там, и я был с ним. Так что с этими, кто заступается, мое желание, назначить их на место тех, которые плохо поступали. И посмотрим, что будет. Вот говорят, этих петухов, которые изнасилованы, их отдельно. Ну, там нельзя ни на столе кружку взять, нельзя вместе пить, нельзя вместе спать. Я не около параши там. Табак нельзя взять. Ему, если кинут папиросу, может взять. Их решили в отдельное вы где-то в тюрьму собрать. Собрали. У них там началась такая жестокая убийственная волна. Все до одного насилованные. Друг друга убивают. Что они делать стали? Так что не спешите с выводами. А этот сидит там, что-то говорит. Она же ничего не знает. Я знаю, я видел это. Вот нас когда привезли, почему меня отправили так далеко? Жанатас, Казахстан, Жамбульская область, Казахская ССР. Потому что куда меня не пошлют, я найду общий язык. Послать туда, где я не понимаю язык. А я на это не смотрел. В армию прислали таджиков, узбеков, которые там были тогда в армии-то где-то. А их обижали. Ну, чурки с глазами, там урюком назовут, там и били. Я сразу начал изучать их языки. Сразу же. И они около меня прям везде льнули. А при мне их трогать никто не трогал. Я говорю, в армии, во плоти. И вот здесь та же самая история. Меня послали туда, где я не знаю язык. Легко понять. Что интересно, вызывали, кто ко мне подходил, и предупреждали. Еще раз заметим, что с Латкиным разговариваете, значит, пока там бьют черешком лопаты. Обыкновенная лопата, черенки, черенком. А мне никто никаких препятствий. Я с любым могу разговаривать. Но если с ним, ну, а там скажут, то первый начал говорить. Ко мне нельзя было подходить, я мог подходить. И вот сколько там пробыли еще... Первый, когда идет там нулевка, проверяют там больной, больной, там все это. И приезжает какой-то в гражданском. И я его не знаю, он говорит, а вы видели гражданском? Да, я видел, заходил тут, что-то посмотрел. Так он к вам приезжал. Предупредили начальство, чтобы пальцем не прикоснулись. А почему? Я шел по санкции московского КГБ, МГБ. А там шутки были плохи. Когда меня освобождали, было так, сказали, 2 часа помилование пришло, 15 марта 87 года, промышленная зона, я там работаю, и меня за руку, бегом, беги, бегом, 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 чтобы в 2 часа моя нога была за зоной. Вот как делается-то. Чтобы ни одна минута не было здесь. Я тогда-то вот и сказал, Бахаев, начальник лагеря, сказал, я пишу в Центральный комитет партии, что здесь делается. А мне уже дали сопроводительный, чтобы меня дорогой никто не тронул. И кто был сопроводительный, а он был как раз туберкулезный, а меня туда спрятали. Врачи и он, словак Владимир Васильевич. Высокий такой, старший лейтенант или капитан, не знаю. Хороший, хороший, я потом ему книги выслал. Его назначили сопроводительным, чтобы меня из рук в руки домой передали. Вот как охраняют. Мне плохо, лишнюю передачу не сделает никто. И в то же время хорошо. Там избивали, я даже не знаю каждого за что, но избивали здорово. Передо мной
Были, которые люди говорят, вот вы в красный уголок идете, вас меня посылает, иди там с журналами посиди. На уровне головы все было кровью залито. Это при мне было. Я помню, вечером разговаривал с одним, там его звать Маликов Евгений, Женя. А он там у кого-то в подчинении, у бригадира был Амира Аминкулова. Что он там сказал или что? И он ему палкой по черепу и разбил его, и утром Жени уже нету. Ну, а этот-то там, что с ним сделает, не знаю. А там в лагере был замполит Беженаров. Сильно мне помогал. Вызовет, посыльный придет, начинает меня к этому, заводит в кабинет, а тот говорит, а у вас ходатайство из ООН пришло. Из ООН, из Америки, из Японии. Я, можно посчитать? Можно, но брать с собой нельзя. Когда освободитесь, я вам все письма отдам. Вот как было. А они охраняли меня. Почему ангел-хранитель? За мной ничего не числилось. А тут еще Надежда приехала, и она где-то там встала далеко и заметила, когда женщина выходит, она с ней связалась, узнала, кто она. И через нее уже, я уже всю обстановку знал, как есть. Я могу их называть теперь. Я написал большое пространное в Центральный комитет, и лагерь размонтировали. Убрали лагерь. По разным лагерям рассовали. Я не знаю, какую роль сыграли мои письма, и, кажется, не одно письмо. Но мне сказали, ты куда-то говоришь, как этого там, кто, Осик, Осянки или какой-то там, ну, кто, у кого там интервью-то берут-то. Мне даже нужды нету. Я знал, не думал, как. Там Савельев там с ними говорит. Вот они накопили столько-то. Ну, что накопили материалы? Надо рассмотреть. И говорят, будто бы Путину доложили, Путин вышел на него по связи. Но это я не знаю. Будет он этим заниматься, Овсин там. Вот, по-моему, по опыту, который там был, надо все тщательно разобрать. И те, которые вот палкой там насиловали, они повинны. Как уже, я не знаю. А остальное, это дело непростое. Когда в одном месте находятся, бывает, тысячи. Вот здесь в тюрьме у нас 3700. И как с ними справиться? Как? Когда он наглый, я не подчиняюсь, надо сломать его им. И они ломают, они подчиняют. Его не просто ломают, а так, чтобы другим не было вредно. Тут все серьезно так. А как пытали в НКВД, как пытали у Гитлеров, когда языка привозят, с ним возиться не будут. Данные взяли, расстреляли и пошли дальше. А перед тем, как дать данные, ему там что не делать? И иголки под ногти, и пальцы ломают, и прищемляют, и что только не делается. Без пыток нигде нет. Под пытками человек говорит, но не все. Вот Рокоссовский никого не выдал, ни одного. Все выдержал, и он был освобожден, и стал маршалом, а был генерал-майором. Вот какая штука-то. Поэтому я до конца прослушал, и который берет интервью, ее близко не надо было подпускать к этому делу. Она задает, что ей не нужно знать даже. А если знать, значит, она должна испытать. Испытать. А испытать ее надо в камеру к тем, которые, за которых она заступается. В камеру. Больше ничего не надо. А после этого взять у нее интервью. И каким она ревом будет реветь теперь? Я прошел это. Ну, на мне это не, никак. Ну вот. Как-то... Угу. Там вот люди, которые, преступники, которые там на камеру говорили, там видно, там один за изнасилование сидел. Там прям написано, сидевший за изнасилование. Ну, и они так с ним обращались. То есть получается, что он что совершил? За это, да. Кто к тем и попал, к таким же, как он. Именно так. И вот поэтому не заступайся. Не заступайся. Люди сидят не за Богу угодные дела. Вот штука-то какая. Вот я то, меня только, представь себе, я работаю, там, фуфайки делать. 21 фуфайку надо сшить. Но я на другую работу поставили, матрасы делать. И в это время этот словак Владимир Васильевич, он высокий такой, наверное, по 2 метра. Я у стола-то там делаю свое дело-то, а промзона, а дальше она огражденная, и по лестнице поднимается, там через ограду и спускается туда. Такая лестница, прямо ступенями идти-то. И они уже договорились с врачом меня вырвать оттуда. А у меня там пыль идет, такая матрасы делаешь, надо колотить, пылище, и туберкулез. У меня уже затемнение легких. Меня проверили они,
Я могу сегодня назвать Татьяна Прокопьевна. И он выбрал момент такой, когда мы проработаем сколько-то, питание-то слабое, корочку отломишь, да в карман, и ночью, когда работаешь, под язык, положишь, как валидол. И вот он мимо меня проходит, а на него бригадир внимания не обратил-то. Ну, он идет в погонах, он военный-то. Он до меня доходит, за руку ссот, лапки, не отставай от меня, и бегом, бегом, и меня рукой тянет. Бригадир закричал, куда, что на работе, я отвечаю, не останавливайся. А у него там где туберкулезное, железным забором, сплошняком. Он меня туда раз и спрятал. На утро-то будут, когда говорить, а я там у него уже прописан. И он мне сразу двойную порцию масла, молока. И у меня все исчезло. Вот как делают-то, как Господь ведет. Я прихожу, а у меня Библии нету. Лежали просворы, нету. А он приходит, не беспокойтесь, я знал, что будет обыск, я все перенес к себе в кабинет и в сейф спрятал. Представь, за каторжник. С кем так поступали? Да ни с кем. Это невозможно. Это Бог сделает, ангел-хранитель мой. Я говорю то, что есть перед Богом. Ну, я когда узнал, вот, которые, бывает, между собой подерутся, ну, это запишут там. А Манкулов брался с Божинаровым. Все, почему? Разоберут. И ему поставят галочку «Драчун». И когда приезжают хозяева, работодатели-то, чтобы человеку срок скостить и на досрочное освобождение, ДУ, условно досрочное освобождение, то есть где-то работать, с родственниками можешь встречаться, но никуда не уходить. Посмотрят, дрался, тебя никто не возьмет. И они его упрашивают: «Владимир Васильевич, ну только не пишите, только накажите меня, раздевайте». Я узнал, как у него шланг такой, вот как из стиральной машины идет, но он не такой. Да. Сплошняком, видать, резина-то. Ну и я говорю, а поскольку-то? Ну, сколько назначу. Второй раз попался. Первый раз, я говорю, 5 раз его прожег, а сейчас 10. Он раздевается, я смотрю, как делает, за стол руками держится, наклоняется. И он тогда здоровый, у него еще высоко поднимается, как жарит-жарит-то. Тот, лежу, прямо гнется. Когда его отправили домой, он пошел, заковылял, да благодарит еще, что ничего не записано-то. Я сразу к нему пристал и говорю: вы на меня наручники можете надеть? Да вы что? Я должен написать докладную сначала, а за что? Я говорю, наказать никак нельзя. Ну я прошу, запер дверь, раздевайся. Я разделся. Ну, я, говорит, немного, 2 раза так. Я говорю, ну почему ему 10 и мне? Нет, не надо 10. И он как меня вжег, мне показалось, кипяток под кожу загнали мне. Второй раз врезал, я сам того не знаю, у меня как будто позвоночник переломился. А не переломится от этого. Я, то есть, пытался узнать, что это такое. Больше нигде со мной ничего не было. Наручники так не надел, а 2 раза вжег. Скажу, что поучительно. «Не жалей розги» написано. И невзирая на крики его, чтобы впоследствии утешаться. И поэтому вот я все здесь прослушал и могу дать совет. Не заступайтесь. Которые вот насилованы-то были, если это зафиксировано все как, это всех надо спросить теперь, на каком основании. И сурово наказать за это. А за остальное, за непокорство, его взяли. Ну, уберите начальника тюрьмы, у которого опыт уже, он работает там уже лет 15. Поставь на его место. Ты что будешь делать? Я бунт будет сразу. Вот как сейчас. Женщина, она на тебя что угодно говорит. Она муж выпил, она его посадила. Пошла, заявление написала. Приехали в Казахстан, рассказывает. И он что-то там с работы пришел, там, может быть, ей стукнул даже. Она пришла и заявление написала. Его сразу мужика забрали. Маленько погодя, вызывает жену. Так, это ваше заявление? Да. Так, как написано, вот это так и было? Да, было. Так, я даю дело в суд. 5 лет ему. Как 5? А я на что буду жить? Это нас не касается. 5 лет. Я постараюсь, чтобы больше вас он не обижал. Так я спрашиваю, заявление забираете или нет? Так, я в следующий раз еще одно. Один шаг сюда к нам сделаете, заявление. Вот у меня подвалы специально бетонные. Я тебя туда посажу. Ты оттуда не вылезешь, тебя вытаскивать будут. А ему я накажу. Еще строже с женой обращайся. Больше она к нему не прикоснулась. Больше заявления не подавала. И когда баба совсем не слушается, ну что делать? Я говорю, поезжайте в Чечню
и в какой-то далекий аул и с аксакалами поговорите, попросите, чтобы они проучили твою жену. Они проучат ее, как о чем писал этот Расул Гамзатов. Там, кажется, повести о Дагестане, как, знаешь, при свекре не разговаривать и все. Слышал? Повесть о Дагестане? Нет, не слышал. Ну, он там пишет так. У них такой обычай, что сноха не должна голос подавать при свекре. Обязательно он может ее спросить, она через сына передаст, а ее голос он не слышит. И вот, но можно по-другому сделать, если это отменить правило, но для этого надо собрать самых уважаемых людей в ауле. Ну, кормить, поить придется, и они ее попросят. И он, а у него жена умерла, и он смотрит на нее, как она с сыном обходится, на поле работает. А он-то что, уже пенсионер. И он тогда говорит: сынок, там у меня два бычка в стаде, ты одного закали. А зачем, отец? Я хочу друзей собрать, что-то плохо себя чувствую. Когда собрали, выпили, ну и который тамада и встал и говорит: вот, уважаемые гости, как нас приветили здесь, ну не зря же, какая причина? Я хотел попросить вас, чтобы вот моя сноха, иди сюда, Айша, подошла, чтобы она при мне с завтрашнего дня начала разговаривать. А у него жена умерла, и он смотрит, она у нее, наверное, такой же голос, она такая нежная, она говорит, как поет будто бы. И он ночью почти не спал, под утро только заснул. А когда сказали, он ее позвал, и тамада и говорит: я первый раз встречаю, значит, наши отцы чего-то не досмотрели в своих уставах. Ты удостоилась, дочь, великой чести. Я жизнь прожил, такого не встречал никогда. Это как надо, какой быть кроткой, смиренной, ни одного худого слова в присутствии не сказать, свекра. Но на утро он проснулся, ее нету. Он вышел, а она корову доит. Он подошел: доброе утро. Доброе утро. Я уж тут сколько переделала, валяешься. Возьми хвост корови-то, подержи. Видишь, она бьет по лицу. Он так и опешил. Хвост-то продержал. Представь, аксакалы, жиди-то держать хвост коровы, когда баба доит. И он сразу вздохнул так, принул, пришел и опять на тахту свою лег. Она зашла: ну что ты лежишь целыми днями? Ну ты же видишь, это твои родные внуки. Они за меня цепляются маленькие. Тут обожегся вчера, с этот здесь, ну возьми хоть маленько, целыми днями дрыхнешь, ничего не делаешь. Он кое-как сына дождался: сынок, я совсем плохо себя чувствую. Закали второго бычка. Когда собрались, и говорят: ну по какому поводу мы второго-то бычка съели? Я прошу вас, попросите мою сноху, чтобы она при мне больше никогда не разговаривала. А тогда тот встал, и там она говорит: о, значит, отцы наши все обдумали, а чтобы это понять, надо было двух бычков съесть. Да. Вот так, чтобы это понять, кто интервью берет, ее надо в камеру. Больше ничего с этими, которые там не такие. Я заходил в камеру, камера уже к вечеру полностью мне подчинялась. Я говорил найти людей, которые не курят, нашли троих. Тщательно вымыть руки, остальным лежать, ни табака, чтобы ничего дыма не было, все слушает. И 2 часа я веду занятия. И меня охраняют уголовники. Когда они дрались тут с ножами, я глупо поступил, я ворвался, в окно увидел, не знаю, босиком, наверное, выскочил и развел. Я занимался спортом, силенка-то была. Так жены-то их как благодарны. И когда как-то что-то случилось в одном месте, они меня домой сопровождали, уже сколько лет прошло. Говорит, это тот самый, который нас спас тогда. Который воровали, я не выдал их. Но они дали слово, что воровать не будут, грабить поезда. У меня очень большой опыт работы с преступниками и с полицией, и с КГБ. Повторяю, вот по большому счету, полиция, милиция бывшая, КГБ мне никогда ничего не сделали того, чтобы я сказал: ой, как мне тяжело. Да, обыски, да, забирали, да, арестовали, да, увезли. Ну, это милость Божия. Милость. Но я разговаривал-то с ними как власть имеющие. Вот мне, я говорю, надо в туалет. И подполковник КГБ меня ведет в туалет на улицу. Представь, какой счастье. Это даже президенту такого нету, чтобы подполковник его в сортир водил. Вот. И что первый раз, когда я был, они там решение приняли. Олимпиада закончилась в Москве, и теперь арестованных можно отпустить. Они очистили столицу. Ну, кто вызывал подозрения-то? Ну, и вот меня надо домой привезти. Домой. А когда меня допрашивали и маму.
И Никулин Юрий Михайлович, подполковник КГБ, Алтайского КГБ. И он маме сказал моей: Мария Егоровна, вашего сына я привезу домой. То ли он знал, что меня выпустят. И вот он когда приехал, ланки у него, щит и меч, я никогда не видал, красивая форма такая, исследователь. И говорит: принято решение, Игнат Тихонович, вас освободить. Но я говорю, я отказываюсь. Он показывает, вот освобождение. Я говорю, нет, я пишу, что я отказываюсь. Я желаю выйти на суд. Мне проповедь нужно сказать. Людям о Христе весь донести. Он встал перед окном, постоял. Ко мне повернулся, а окна выходили прямо на улицу. В следовательском кабинете. Нет, вам не среди этой мрази. Вы там будете своего Златоуста людям добрым проповедовать. И вот так порвал мое заявление. Я когда вышел, она крыльца, там Надежда Васильевна там пришла на свидание или передачу. Я говорю, мы не пойдем, пока не помолимся. Ну, молитесь. Мы прям тут же, главной двери, при входе в тюрьму, Канатная, 81, город Барнаул, встали на колени. И потом сели, и он меня домой привез. И говорит, вот я обещал матери, матери не было, я вас привез. Всего хорошего. А когда второй раз арестовали, он был на пенсии, он сразу явился, говорит, КГБ. Я сказал, что вы делаете? Кого вы арестовываете? И потом говорит, знаете, Игнат Тихонович, дураков хватает и у нас, и у вас. А я понял, мне это на пользу. Теперь уже с судом я загремел. Теперь по этапу, с пересыльными. Вот. Я все это увидел своими глазами. Бесправие полное. Но когда везут, а везут там вообще конвой из Новосибирска, самый беспредел. А я знаю, эти правила просчитал какие. И всех засунут, там битком набитые. Как это, а в поезде-то, в вагоне-то, ходить ему есть, а решетки на него. Ну и там сидят. А мне отдельная камера, такая вот, ну, руками раскинуть. Три этих плацкарты, женщины-соседи. И они там: батюшка, на молитву спешите. А я молчу, а охранник, который идет, ну, краснопогонник-то, остановил. А почему вы не отвечаете? Я говорю, параграф 17, пункт 3 запрещает разговаривать. О, вы закон знаете. А я разрешаю вам. Я тогда женщинам говорю, бумагу и ручку давайте. Они мигом спроворили, мне дали, я им все переписал. А я на память запомнил, когда будет Пасха, 20 лет вперед. Я приготовился к этому. Ну и когда привели, я говорю, в туалет бы сходить не ведут. Разговоров нет, он вывел меня, сводил. А женщины кричат: батюшка, нас не ведут в туалет. Ну уже все разрывается внутри. Он, когда он ходит напротив меня, я говорю, вы не могли бы женщин сводить? Он говорит, это нельзя, ну... Ну ладно, свожу. Представь, новосибирский конвой, и они меня слушают. Это же самое в тюрьме. Почему? С Богом. Мы, когда миссионерская поездка была, где-то в Швеции там были, на пересадке на Балтику, и зашли в интернет и видим, стоят мужчины, баптисты в Великобритании, и рядом дети. И они молятся, крестятся рукой, баптисты. Господи, благослови миссию Игнатия и кто с ним. Сохрани их, Господи. Я такого никогда не видал, даже не слыхал. Баптисты крестятся и молятся за нашу миссию. Вот и все. И в тюрьме, и везде. Бог делает так, как ему угодно. И вот на все вот это, если бы сейчас вот, ну, был бы я советником Путина, я бы пошел еще. Еще гоже на это дело. И поступило вот это заявление. Я бы сказал, где вот это насилие было? Насилие, палкой там насиловали якобы как, ну, как мужеложники. Но это не видал такого. Все дела разобрать. Если сотрудники где, сурово наказать. А остальное, кто заступается за преступников, камеру им этих отдать, и все, заступников этих. И все, все кончится, больше этого не будет. Я могу дать только вот те советы, которые не вопреки Слову Божие. Я говорю, вот как Юстиниан это делал. Декретали его были в книге правил. Там суровые наказания были. Очень суровые. Ну, мы считаем в Ветхом Завете. Если женщина становится перед животным, или мужчина там совокупился с козой, предать обоих смерти. Если она не кричала, а насиловал, предать обоих смерти. Видишь как? Смертью было наполнено все. А в Новом Завете как? В Новом Завете не так.
Вот спрашивает, как толковать сына, отца Наума, тут Георгий зашел, ударят в щеку вторую. Не надо толковать, подставь, и все толкование у тебя будет на щеке. Толкование. Пускай он тебе покажет ревность свою за свое дело, а ты за свое, вот ударь меня во вторую. А у вас было в жизни, что по одной ударили и по второй? Не было. Господь не допустил. Может, по слабости моей, чтобы я случайно руку не поднял. Не знаю. Но не было. Вот даже здесь, когда сидели, и у Беженарова там, а допрашивал, как сейчас я даже могу его сказать, как его звали. Вот. Это было ЖД-158/3, косая линия, город Жанатас. Вот. Там был, кто же у нас, сейчас я скажу, Дулутбаев. Дулутбаев, майор, палач. Его сколько раз на его покушение было, домой ему врывались, и он в окно выскакивал, и ничего не могли сделать. Палач. И он на меня наткнулся как-то. Идет, я иду. Так остановился, кто такой, он меня не знал еще. А что у тебя так, как пузырь раздулся, там у меня просто все с собой. Ну-ка, ты должен карман опустошить и в шапку сложить. Я сложил. Он что-то заподозревал. И когда мы там были, Беженаров, там этот, ну, я, может, это, как у меня записано, для слова Божия нету. И он там сидел рядом, меня допрашивали. Он говорил, не крестись рукой там, не маши рукой. А я перекрестился. И он рукой так вскользь по моей руке не ударил, ну, удара не получилось. Как этот сразу, замполит ему что-то по-своему, тот сразу руку назад. И гляжу, он на него прям воззрелся. Видимо, он ему сказал, ты что делаешь? Я обязан доложить теперь. А с КГБ связи это не держи, плохой. И он сразу, я вот, так вы по-славянски еще считаете, начал говорить, я больше с ним разговаривать не стал. Дулутбаев, палач. И он меня не тронул. Вот как. Это Бог так делает. Господь хранит, касающийся вас, Захария, говорит, Господь сказал, касается зеницы ока моего. Вот где они там были, а вы пошли бы сейчас в тюрьму? Ну, ты сам знаешь, я писал заявление по одному делу, чтобы меня посадили в тюрьму, чтобы человека одного потом ко мне подсадили, сделать так, чтобы его не убивали, и дело, которое он делает. Я говорю о псиигумене, теперь можно говорить, Романов, Среднеуральский монастырь. Все было бы сделано даже в этом испорченном состоянии. Ну, власть не пошла на это. Надо по уставу, чтобы вас арестовали за дело. Арестуйте меня, посадите. Я уже написал, что с собой брать. Уже все сложил. В любой момент я готов на самолете. Было бы все по-другому. Не надо было ему их сотни там полицейских, не надо было двери выпиливать и сажать не надо было. А его бы освободили. А он теперь как знамя для всех этих повстанцев. Ну, не слушают, не надо. Но я готов был сесть. И вы знаете, я писал об этом, и документы все показал. А в местном КГБ справлялись они, в органах за исполнением наказания везде мне ответили. Нигде меня не заругали, ничего, только надо по статье, мы не можем вас туда отправить, посадить. Ну, видимо, уже было отпущено, садить не надо, раздавить гадину это и все. Как Ленин говорил, может быть и так. Когда там подробно было, там Николай Астахов помогал, относил прямо. Везде ответили, кроме патриарха, никто не ответил. Никто. Хотя я говорил, и примириться с патриархом можно, и со своим митрополитом тоже Кириллом. Нет, мы никому не нужны, наши таланты не востребованы, а нам от этого не хуже. Вот что я могу по этому делу сказать. Конкретно на этой стадии сегодняшней, ну, куда-то меня бы вызвали, я бы им ответил. Угу. Только за изнасилование вот этого. Другое я не знаю. Надо смотреть, какая статья, что и как. И их смирять надо, их смиряют. Смиряют. Угу. Ну да. А что у него было там записано, снято, не знаю, насколько это достоверно. Ну вот есть. Ну вообще, что этот человек, этот архив вынес, он его накопил, там вынес. И как бы это даже тут выставляется, что это показывается, что это тоже надо иметь, ну, храбрым быть человеком, накапливать эти вещи. Ну да, если ну бы... да, это так. Но именно там, именно так ли, не знаю, подставные ли фигуры, или это сейчас можно что угодно снять. Это я не знаю. Я только говорю, если после исследования так и было,
Обязательно наказать надо. Охрану за изнасилование. Больше ни за что. Ну, понятно. Ну, спаси Христос. Ну да, это я говорю по собственному опыту, что там тоже правда существует. И вот я один в камере, меня только привозят где-то, и уже откровение у них. Вот в одну камеру уже на пересылке тут было. Я только зашел в камеру. Один там молодой парень такой русоволосый. Оказалось, он валюту где-то менял, когда в Германию менялись учителями, ГДР была. Ну и он, вы Бог? Я говорю, какой же я Бог? А у меня сон был ночью, что к вам Бог придет. Бог через меня к вам придет. Вы неправильно поняли. Я ему дал Евангелие, он до утра записывал. А их двое было, цыган там еще один. Он зарезал дочь свою, она что-то не так делала. Так он прямо из себя выходил. Это вчера только со мной играли там что? Играть играли, а я пишу. И он Евангелие у меня переписывал сколько. Ну, его перехватили, и теперь этапом везут домой. Вот такое. Я насмотрелся на разных, и на этапных, и первый день в тюрьме, и когда там невозможно, меня переводят в другую камеру с милицией. И везде есть люди, есть совесть, и к тебе отношение другое, чем к ним. Вот когда на это я рассказываю, сейчас я точно не могу сказать, а из Кемерово, кажется, увозили. Ну, тебя выстроят на этап, уже все. А там везут от одного города до другого, до конца не везут. Ну и жалобы есть, а видно, он подвыпивший там капитан. Да какой жалобы, ты лишь бы отсюда скорее выехать. А я возьми, да и скажи, жалобы есть. Ух, как он, ух, кто такой, ему сразу подсунули эту, видать, личное дело-то мое-то. И он сразу так, так, а ну-ка выйди сюда, пошли со мной. Он забил, что тебе, обидели как? Я говорю, нет, авторучку взяли и не дали, а у меня с собой сумка была. Пустая. Он вот так завел меня, а там на столе куча. Он вот так вот захватил мне в сумку полную ручек этих. Вот, пожалуйста, поехали. Они там давятся, а я один. Но я слышал про одного паренька тут. Он на экспертизе был, Саша Солнцев. И он, его отец был, то ли майор, или кто. И он, видимо, сын-то такой был. А с такой, как вот Рамиль Шамсудинов, такой же, голова такая же и так же, ну, прям невинный ягненок. Но отец ему, говорит, даже папиросы прижигал тело. И когда он сделал какой-то там пугач в виде ружья-то, и отец, когда полез за вареньем в подвал-то, вылазил, он сзади в затылок отца убил. А потом спрятал ружьишко-то свое. Обыскали, нету. А он что сделал? До вечера двери запер, ворота. И ночью увез, а лопату забыл взять. И кое-как зарыл его там в карьере. Да утром его раскопали. Все поискали, нету. Но он понял, что искали. Он тогда ружьишко принес и дома в подполе спрятал. Второй обыск его нашли. Ну, арестовали. Больше 10 лет не дадут. И его везут в этой куче. Я спрашиваю охрану, вы могли бы мне его дать со мной в мое отделение? Ничего не стоит. Они ко мне. Ну, я его наградил там, чем мог. Потому что мне столько продуктов надавали в психиатрии. Два мешка полных. Они, говорят, даже на пенсию никого так не провожали, сестры. Там всего, и кружки, и ложки, и галеты, и, ну, и хлеб. Спрашивали, что нужно вам будет. И доказали, чтобы ничего у меня не отнимали. А я Саше другим тут, и в той камере, где был цыган, тоже сушить накрошил, а он ночь-то ходил и ел. Ну да. Вот так. Ну я вот считаю, что этот фильм все равно полезный. Ну, на реальность посмотреть. Все-таки понятное дело, что это везде есть. Вот такая пытки. В законе об этом ничего не написано, но оказывается, жизнь человеческая не может только человеческим законом регламентироваться. Да. Ну вот показывают, у меня здесь есть фильм, там, Гуантанамо или где-то называется, что-то такое слово. И как там они работают с этими, с террористами на месте. 5 человек добровольцев вызвались. А там рядом-то где? Те столько, сколько там, на 5 дней что ли-то? И как они их мучают? Что с ними делают? Ой-ой-ой. Вот его и надо посмотреть даже. Я могу даже скинуть этот ролик. И все американцы с ними там, с мусульманами, как они работают. И все это показано. Ну, это тренировочное, или как сказать, показать. Гуантанамо, примерно. Да. Тюрьма, да. Гуантанамо. Там вообще без следствия, без суда туда попадают люди. Да-да-да, там все показано. И когда выступает высшее начальство и говорит, главное, чтобы пытками не убить его, остальное ничего не касается. А как по-другому? Они с ними работают.
Ну, я могу подтвердить, что восставать против этого, это значит, ты один в мире восстаешь. Тебя к ним надо посадить. Но среди мусульман вреда не будет, тебя посадят, потому что они честные люди в этом вопросе. Я от мусульман проехали, ну, из Барнаула до Владивостока, везде Хабаровск там полно их, и до Португалии, Скандинавии, Прибалтику захватили, север и Турцию. И где мы молимся, а мы дастархан расстилаем, военная палатка 2 на 2, и молимся. А они рядом дороги делают. Они нас в обиду никогда не дадут, они любят, когда молятся. И мы проехали 120 тысяч километров, и нам везде мусульмане встречались. И нигде, ни разу они нам плохого не сделали, а везде помогали. Я просто о мусульманах попутно сказать хотел. Вот. Если бы их это тюрьме было бы, я верующий был. Ну, не знаю, вот как-то неверный. Сейчас в фильме я скинула это Рахиль. И там, ну, показывает, и он заманули, и дальше объявили его шпионом, и к расстрелу, ну, там, боевик просто, там выдуманное все. Я был среди мусульман. Как они относятся? Надежда Васильевна, чтобы меня увидеть, а свидания нет, она пошла, там кран стоит. И она легла на этот автокран, он опустил стрелу, и он ее на стреле поднял между канатами там. И казахи прибежали, которые сидят, и говорит, там жена! Иди! И я скорее побежал, а ее уже нету. Там автоматчики увидали с вышки-то, ну и прекратили это. Вот как. И они, когда слышат, стараются помогать. У нас к мусульманам отношение такое. Мы заблудились в одном месте, не знаем, куда выехать. А навстречу идет машина. Мы остановили его. А это молодой лет 30, мужчина, мусульманин. И он тогда развернул машину, за мной езжайте. И нас вывел. А потом подошел, на меня показывает, у меня отец, как ты, вот такой же. Я говорю, а как там звать вас там, Ахмат, верующий. Ну и вот мы его благословили, поехали дальше. Они очень внимательны к тем, кто нуждается в их помощи. Об этом Дмитрий Смирнов неоднократно говорил. Помнишь, бабка говорит, в церкви-то стоит, и отец Дмитрий, можно вопрос задать? Он говорит... Такой вопрос задал, что не знаю, что отвечать. Я рукой говорю, давай. Одни бабы, бабы. И она говорит, вот транспорта нету, я поднимаю руку, в храм еду. Если это мусульманин, он деньги никак не берет. Да ты же идешь молиться, мать, как я возьму с себя деньги? Да ты пенсионерка. Нет, но если русский, обязательно возьмет. Это моя работа. Он говорит, нет бы ты ей помог, да купил бы еще тогда, занес на этажи на это. Поэтому они будут здесь жить, а не мы. А отец Дмитрий в храме говорил. Его мусульмане любили. Правая рука патриарха по силовым структурам. Была. Ну вот, дорогой мой, все. Все, благодарю. Расширили вы более... На это я широко посмотрел в данном случае. Да, спаси ну, Христос. Тут без опыта, последний... без опыта такого даже и не сможешь, невозможно оценить это да, видео. Только теперь стихотворение, которое считали. Прочитай еще раз с выражением. Так, у меня тут сейчас немножко он с ошибками. Так, поэтому я его трудно читать мне его. Тут не... А мне можешь его как-то его дать сюда, скинуть? Я прочитаю. Так, сейчас я его Тут особенно два последних куплета все отвечают. А почему с ошибками-то как? Не смогу я объяснить вам сейчас это. Просто вот, объяснить не смогу. Это... Как мне отвечали, слишком богатый словарный запас. В институте литературном сказали. Сейчас попробую, конечно. А, вот, все, я настроил. Ну-ка, давай. Теперь ты уже слышал, что последние два куплета особенно. Ну-ка. Убийство совершилось, и при всех. В змеиной ярости, жестоко, по-садистски. Расследовать и нечего, убийство – страшный грех. Но психиатр при нем лукавейшая киска. Кому, кто заплатил без векселей, без подписи, в валюте, в деревянных. И зло лишь разрослось, дави смелей, безумство судей злых и окаянных. Убийство оправдали по бумажке, по прихоти безбожных психиатров. Да, были б деньги, а уж мы отмажем в прихожей у судейского театра. Бандит, безбожник, кришнаит тупой, облизывает злость с ушей кровавых.
Средь судей, развратителей он свой. Один и тот же бес дает им знание. Как обмануть, убитого замазать, не веря в душу, душу оправдать. Хохочет демон, прокурор в миазмах. Купюры веером, кому бы взятку дать. Нахмурились, скрывая рук дрожанье. Блудливо прячут жадные глаза. Суд жеребцов в эротике и ржанье. Никто не жмет на совесть тормоза. Убийца раскрылатился в ухмылке. Примеривает нож в руке горилла. В аффект экстаз с любым гвоздем и вилкой. Он хоть сейчас своим бесовским рылом. Оправдан, но добавит здесь постскриптум. Отныне вурдулаку-лиходею. Жить только с психиатром их в одну квартиру. И на судейской дочке закончить эпопею. Для сумасшедших есть в канонах льгота. Всего одна и на одну петлю. Но почему-то редко им на то охота. А значит, шанс нам выжить равен полнулю. Да. Ну и как? Ну это вообще здорово очень. Я не знаю. Я после ваших стихов не могу другие стихи читать. Мне они кажутся слишком простыми, слишком... Ну, мне в литературном институте это сказали. Слова, которые, кажется, не рифмуются, а я их пинками загоняю туда. Да. И при том, все пишется на прям... Ни одной помарки никогда не было. За 3467 стихотворений. Это 7,5 пачек по 500 листов. Да. Это Господь взял. Да я сегодня считаю, как первый раз вижу эти стихи. Вот что нужно сделать. Прямо дается рецепт. В одну квартиру убийцу. Или ее туда перетащить. На дочке прокурора там. Ну все тогда. Я вот даже ответы на вопросы ваши читаю. И там после каждого ответа есть стих. Да. Я первые две строчки читаю, две. Сразу я понимаю, чей это стих. Если не ваш, не читаю. Потому что он простый слишком. Ну, мне неинтересно. Я ваш стих дочитываю. А если не ваш, то могу и не дочитать даже. Ну, мысль простая, потому что люди просты. Ну, как бы, она такая на поверхности у всех. У вас читаешь 2-3 мысли в подряд, в глубину. Надо замысливать. Да. Ну, вот этот Буданов Юрий совершил такое. И дальше его, он здоровый такой, показано, весь день труп его лежит, застрелили. Да. Вот такое. Я про это и говорил. Когда ему оправдание вышло, из стихотворения я сразу написал это. Игнатий Тихонович, мне вот кажется, что люди, которые любят войну, почему любят-то? Потому что на войне все законы уходят. То есть теперь то, что раньше было нельзя, то теперь можно. И вот это желание, ну, да. То, что вот это желание человека, вот это, что его вот какие-то правила угнетают, а на войне ты все, ты как бы свободен от этих правил. Тебе дается право государством делать, как бы он думает, что делает, что хочешь. Я даже представляю Буданов, в каком состоянии он находился. Тут он что-то там, ну, они выпили, то есть они просто бесноватые стали, и абсолютная безнаказанность. Когда я вот смотрел тоже это, исследовал, читал, и там описывают солдаты, как они это, ну, они присутствовали, солдаты при этом, там были, которые там в палатке у него, там готовили потом. Я в армии-то служил, и я представляю, что да, действительно так это и было. Я знаю, как вот командиры, полковники, если они напьются, как они себя ведут. Я это просто видел, и примерно, ну, не такое же видел, но имеется в виду, таких людей я прям знаю и видел, и знаю, что 100% они это сделали. Вот так. Ночью приехали, взяли ее. И определили, что она снайперша. Ничего этого не было. Ну и получил свое. А вот он такой-то, он там освобождал кого-то. Где вы освобождали? Вы наоборот их людей настроили против себя. Освободители. Угу. Ну вот я поэтому написал так, как бы на то, как нужно сделать. В конце я не просто говорю об этом событии, а что нужно сделать. А как правило, обычно люди не знают, что сделать. У меня определенная четкая программа. Туда ее, кто интервью берет, в камеру им на неделю. И она тогда ни одного слова не вякнет, не пикнет. Угу. Да там нечего будет брать. Одна шкура останется. Ну да. Вот такое. Да. Ну все понятно. Ну, все, я... Спаси Христос. Ну, с Богом. Отхожу.